Москва, граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы, многих местах подвергли бомбардировки города. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кровати тайком ты слезу утирали. Превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому, как часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.